Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Heroic Magic Duel. Так, у нас, смотри, 17 сундуков, плюс еще задание какое-то выполнено. Давай мы все это с тобой будем получать, открывать, смотреть и, возможно, что-нибудь прокачивать. Так. Смотрим, ребята. Так, хрустальный колос. Ага, танцующие с клинками. Ну и плюс всякие руны. Давай дальше смотреть. Ну здесь, в принципе, если только отражатель, то да, то он хорош. Так, дальше смотрим. Так, серебряный стрелок. Это уже хорошо, ребята. Так, 14 сундуков. Жалко, здесь нельзя все это сразу открыть скопом. Ну тут, что, ползучая чума, наверное, только. Я, правда, ребята, ее сейчас не использую. Да причем я ее давно не использую. А раньше как-то чумная, конечно, вот эта фигня, она очень даже хорошо заходила. Ох, ворона эпическая. Это хорошо, ребята. Так, Громила. Да, я как вспомню первую серию. Громила этот, который там рубил все налево и направо. Так, ну что у нас тут? Ох ты, первобытный дух. Слушай, на эпике сегодня везет нам. Уже второй эпик выпадает. И это круто. Так, огненный бес. Это все понятно. Кристаллы. Так, 10 сундуков еще. Елки ты палки. Так, серебряный стрелок. Танцующий с клинками. Ну, неплохо. Блин, неужели здесь нельзя все это сразу скопом открыть? Вот так вот по одному приходится, ребят, щелкать. Но здесь абсолютно ничего меня не устраивает. Не перекати камень, да? Ничего. Так, валькирия. Элитные войны. Ну, валькирия хороша, ребята, в принципе, да? У нее очень мощный урон. Но зато сама по себе она ватная. Так, каменный элементаль. Эпик. Ну, я им давно не пользуюсь, поэтому, как бы, ребята, эпик эпиком, но он такой, знаешь, на любителя, на ранней игре, может быть. Так, хрустальный колос, это хорошо, но, правда, я им тоже опять в последнее время не пользуюсь. Хотя недавно вроде бы как брал его в колоду. Так, что здесь у нас? Палач, ползучая чума, ну, опять ничего хорошего, да? Ну что, 4 последних сундучка у нас с тобой. А вот это хорошо. Командир нежити, ребята, это всегда приветствуется. Но нам нужно очень много карточек, чтобы его прапать. Так, гадюка тоже классно. Гадюка против ребята Коулосов, против... Она вообще против много кого идет. Универсальная карта, отравляет. Даже если сам погибает, отравление все равно на противнике висит. Так, древень эпический тоже, ребята, не пользуюсь сейчас, поэтому как бы радости он мне особо не приносит. И последний сундук. Давай, открывай. И что у нас тут? Гадюка, танцующая с клинками и ледяные копья. Все получается, да? Так, здесь мы с тобой забираем награды. Окей. Больше ничего нету. Тут еще у нас, да, сундук, по ходу дела, созрел уже. Давай откроем, посмотрим, что нам выпадет из него. Опять каменный элементаль. Перекати камни, валькирия. Так себе. Так, ну что, путь держим сегодня на 3600, да? Попробуем с собой взять этот рекорд. Ну, играл, когда за кадром, ребята, топтался вот в этих диапазонах. 3500. И, ну, вот, короче, вот здесь вот. То я победить смогу, то меня тут победят. И вот так вот прыгал туда-сюда. Так, что у нас тут еще? Башня вознесена. Так, мы опять тут с тобой что-то... А, забираем. Карточку сейчас получим. Какую? На кого? Валькирия, новый уровень. То есть можно ей уровень поднять, но зачем? Так, учебный полигон, коллекция. А что такое коллекция? А, прокачка героев и прокачка приспешника. Вот, можно усилить. Опа. И мало того, можно еще и
Подожди. Блин, 5 карточек не хватает, ребят, для того, чтобы его... Да, понятно. Так, ну что, у нас тут бесстрашный лидер. Ну и, в принципе, все. Пока... Что за башня Вознесения, я не могу понять. Новые недели. Так. И... Неделя 2. Твердь. Доступные очки. Я просто не могу вспомнить, что... Что это нам дает. Ну, давай, предположим, я сюда. Вознести. Перекати камни. Нет, перекати камни не хочу возносить. Давай здесь вот. Теперь мечник всегда будет у вас в начальной руке. Нет, тогда лучше вот здесь, наверное. И... Армия нежити. А, тут нужно уже 2 очка. Да? Вознесение. Так это понятно, вознесение. А суть-то я должен как-то драться или что? За что я получаю эти очки вознесения? Объясните мне, пожалуйста. Сундук. То есть это гарантированно, да? 4 карты. Чё-то я немного не понимаю, ребят. Давай здесь вознесение сделаем еще. Ну, я, например, не могу почему-то туда пойти. Твердь. Неделя сезона, информация, правила. Так, достигайте высот в различных режимах игры, чтобы... А, все, понял. Все, я понял, ребят. Пробуждение Колоса будет открыто через 24 часа 10 минут. Ладно, ребята, я пойду просто на обычную боевую арену. Опять же, ребят, повторяю, у меня очень дорогая и медленная колода, поэтому любые быстряки, которые по фасту играют, они меня здесь, конечно, порвут. Так что есть вероятность, будем топтаться с места на место. Ну, в общем, сейчас посмотрим, к чему тут все это дело приведет. Поиск противника. По ночнику, когда играешь, противников долго искать не приходится. Но сейчас день. Зачем я вот эту награду с собой взял, а? Скажи мне, на милость, кому она интересна? 2019 год. Типа посмотреть, какой я олд. Так, мы нашли с тобой, ну ах. Претендент башни. О, даже как. Слушай, она посерьезнее меня это будет. Ну, немножко, конечно, но... И я, кстати, кажется, понимаю, в чем будет заключаться ее сила. В кристаллизации, да? Даже нет. Даже не в кристаллизации. Мне кажется, вот эти вот ребята — это с башни. Понимаешь, о чем я говорю? Так, ну здесь, естественно, будем так вот делать. Жух. Ага, ну-ка, погнали. Будет свои эти выпускать или нет? Чары. Будет. Или не будет? Хе-хе-хе. Ох, сейчас накажут меня здесь. Да игр в два... Ох ты, а не смотри как... Да хорош, тут любую убить, ребята, и все, им крышка. Колос. Хрустальный колос, ребята, вышел. У нее, я вижу, вон что, да? Ледяные шипы. И вот такая вот штука. Интересно. А почему она ничего не делает? Проснулась, да? Но это поздно, мне кажется, ты проснулась. Не понял, как он залечил-то? Ну-ка, давай-ка. Ага. Допустим. Опять ты за свое, да?
Ну что, я вызываю этого и все, и, ребят, тут, в принципе, крышка им. Лидер, лидер тебе не поможет здесь. Все. Ну, что могу сказать, ребят. Видимо, то ли он глюканул, то ли еще что-то. Он очень много времени потерял на самом начале. Да. Почему я немножко даже был удивлен. Или он ждал какую-то комбу определенную, но... Не знаю, ребят. Получаем с тобой руны и... Ну что, 3650? Попробуем взять. Не знаю. Нас могут, опять же, не забывай, откинуть назад. Так что... Пока с этими нормально справляюсь, с огненными и вот с ледяными. Плохо получается у меня с шаманами и вот с этой вот, которая с природой там. Вот с ними у меня как-то не очень хорошо получается. Вот с ней, да. Как я не знаю, назовем ее Амазонка. Потому что, ну, она выглядит как маг-амазона какой-то. Вот она и шаман. Вот почему-то паладин, я не знаю, ребята, вот... Ну, не справляюсь я, короче, с ними. Так, давай вызовем, наверное... Опа. Скелетов вызвал. Ну, скелетов мы накажем, тут понятное дело. Так. Ну, а тут-то как быть? Давай лучнику позову. Ага. Допустим. Ага, он потратил, да? Если он думает, что это так вот. Нормуль. Так, этот бомбит там пока. Пускай бомбит, ребят. Ай-яй-яй. Давай без вот этого вот. Угу. Я понял тебя, парень. Ну, оклемайся, господи. Не хочет оклематься, ребят. Это там заморозки делает. Так, ну что, запускаем. Опа. Что он там делает? Я не пойму, замораживает что ли или что? Так. Давай, 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 бомби. По-моему, ребята, я не успею, да? Чуть-чуть буквально не хватит. Ну да, скорее всего, чуть-чуть. Да он достал своими птичками вот этими вот дебильными. Вот именно из-за этой птички, которую вот ураганчик вот этот свой составляет, дебильный, он меня и бесит, блин. И мне такое впечатление, что у него быстрее откаты идут на скиллы, чем у меня. Потому что я пока там дождусь. Сколько вот у меня было? Фиг его знает. Сколько за игру? 3 раза. Она, по-моему, постоянно этих птичек своих отправляла. Без конца. Ладно, давай попробуем сейчас. Лишь бы, блин, не, опять же, не она и не шаман. Это бесит меня. Твою налево, блин, шаман выпал, ребят. Да еще и, походу, дело кореец какой-то. Или китаец. Или японец, блин. Сколько у него там... Ну, мы с ним одинаковы, да? И ранг у нас одинаковый.
Давай посмотрим, что у нас из этого получится. Ага. Тоже вызвал, да, щита. Я даже не знаю, что тут сделать. Ну тут, наверное, так вот бомбить. Тут вот так вот. Нафиг, нафиг это все. Куда ты поставил, Рэй? Ну ё-мы, ну нафиг вот так тупить-то надо было, а? О, вот это я тупанул, ребята. Причем сейчас он будет вызывать вот эту свой тотем из земли, который будет выходить. Нет, почему-то он не это стал делать. Ну давай бросать. Вопрос, блин, почему... Короче, поехали. Как он этих шмелей своих сюда позвал, а? Слушай, а он... Вот, я понял теперь, ребят. Только не надо тотемы там всякие вызывать. Наказываем. И что творит? Через своих допелей вонючих начал играть. Наказываем их всех тогда. О-о-о, начал. Смотри, а, гаденыш, что творит. Короче, вот эти вот хмыри должны появляться у тебя сразу в руке. Насколько я могу понимать, да? Потому что мы открыли их. Давай посмотрим. Потому что мы открыли, да? Ну, сейчас глянем. В бой. Так, ну, например, я уберу... Вот этого лидера. 7-го уровня. Ну ладно. Давай новый уровень. Поднимем. 8-й. Тут еще усиление, да? Можно сделать им кучу. Так, допустим. И теперь я вот сюда вот поставлю. Просто посмотрим, будут ли они на самом деле в руке, как там было написано. Или не будет. Два раза уже проиграли. Шаману и вот этой вот амазонке. Да вы достали, вы опять со своим осколком. Блин, осколком уже читаю, искатель осколков. Со своим шаманом, блин. Ну да, ребята, вот и получается, что они у тебя сразу в руке появляются. Все, я теперь понял. Приколюху эту. Че он там выжидает? Че он ждет-то? Понял. Нафиг. Тинц. Тинц. Нет, 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 нет. Ага, начал тоже, да? Колос идет, ребята. Так, все, тут крышка ему. Ну, что-то я не знаю, ребята. То ли он играть не хотел, то ли он уснул. Тут уж слишком. Он даже не, вообще не дрался, ребят.
Очки... А, очки вознесения. Вот оно что, ребята. Вот оно где. Мы с тобой получили одно очко вознесения. То есть мы можем теперь пойти и потратить его. Но зачем? Не надо. Нам еще, ё-моё, сколько нам еще нужно с тобой отыгрывать? Отыгрывать дофигища надо. Может быть, их усилили в этой версии? Я не знаю, ребята. Но что-то уж больно часто стали выбирать шаманов. И опять шаман, а? Сейчас мы их этих чудиков завалят здесь. А? Видишь? Маленький да удаленький, да? Как говорится, пускай тратится. Кого мы с тобой позовем сейчас? Я не знаю, ребят. Ага. Да уйди ты, ты мешаешь только мне. Это сейчас будет усиляться, да? Ну, по идее. Если успеет, конечно, усилиться. Хорош. Побуянили и будет. Ага, и этот через допели, да? Я понял. Так, поехали. Успеть, успеть надо. Не успел. А, я успел? Успел все-таки. Ни хрена ты не успел, или успел все-таки? Так, что у нас тут получается? Фигово все получается, ребят. Погнали. Через допели стали играть. Ну, если кто не знает, кто такие допели, ребят, сейчас я вам объясню, в чем подвох. Есть такой в игре юнит, который сам из себя ничего не представляет вообще. Но он может копировать вражеского. Например, вот я выставляю, да, юнита, если он один на карте, то враг может его скопировать. Допель это... Вот он. Превращается в случайного вражеского приспешника на поле боя. Погибает, если в момент его появления на поле боя нет врага. Ты понимаешь, да? То есть ты его кликаешь, он стоит всего 4 маны, но он может скопировать, например, вот этого, который стоит, извини меня, 12 маны. Или скелета. Любого, ребят. Главное, чтобы он был один. Потому что если их там, например, двое, или особенно когда много скелетов на карте, он может скопировать скелета. А, ты сам понимаешь, да? Скопировать скелета, это... Ну, вообще не есть хорошо. Подожди, я не понял, а где в моей руке? Они сказали, в обязательном порядке будут в моей руке эти. Перекати камни. Где они? Где перекати камни, я вас спрашиваю. Просто нету. Просто их забыли, ребят, поставить, да? Погнали. Перекати поле, блин.
Сейчас, я так и думал. Сейчас, думаю, сейчас что-нибудь сделать. И так и происходит, ребята. Так, ну что мы тут с тобой сделаем? Он наносит офигенно много урона, поэтому давай сделаем вот так вот. Ой-ой-ой. Теперь, как вариант, только вот так вот делать. Давай-давай, подбрасываем. Все хорошо. Ой-ой-ой, зачем я поставил? Господи, я не увидел, ребята. Блин. Погнали. Конечно, конечно, ему так выгоднее, ребят. Упс. Так, по ходу дела у меня здесь ничего не получится, да? Пу-пу-пу-пу. Вот и все. Фух. Видишь, что он сделал? Он начал копировать, ребята. Но мы все-таки его прожали, продавили. Господи, аж грудак свело, ё-моё. От натуги. Так, можно забрать сундук. Ну что, давай посмотрим, что нам здесь выпадет. Так, и... Ай, ничего хорошего. Ничего хорошего, ребята, нам здесь не досталось. К сожалению. Наверху, конечно, если бы был бы билет победы, можно было бы что-то прихапать. Там эпики, а в конце вон легендарочка. Ай-яй-яй. Ну что, попробуем взять все-таки рекордик. Интересно, почему все-таки перекати поле, точнее, перекати камни не выпали мне в руку? Поиск противника. Опять сейчас либо шаман, либо это. Что-то давно не попадаются нам огненные, да? Или те же самые паладины. Ох ты. Тише едешь, дальше будешь, правильно сказано. Это леденяшка. Довольно тоже серьезный противник такой. Но все равно шаманы и амазонки, мне кажется, будут посерьезнее. Ну что, поехали. Прокатимся, посмотрим. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ну что мы с тобой сделаем? Вот так вот мы с тобой сделаем. Опачки, он заморозочку сделал. Мы вот так вот. Жух. Посмотри, а. Причем он не стал тратить, да? Он не стал тратить свои заклинания. Уничтожаем его тогда. Опа. Где мой щит, скажи мне на милость. Где мой щит? Нафиг ее отсюда. У него тоже наверняка есть такой, да? Хмыреныш.
Так, давай-ка мы, наверное, здесь. Опа! Хитро, хитро, ребят, ничего не скажешь. Так, ну этот отдуплится, фиг с ним. А мы с тобой сделаем немножко по-другому. Да уйди ты отсюда, а? Допель, допель, ребята. Ну, с ним мы будем драться немножко по-другому. Вот так вот, через отравление. Поехали. Ну, успели. А там, как говорится, трава не горит, да? Да, хорош. Смотри, что творит, а? Давай так делать. Погнали, короче. Ну? Все? А я еще одного ребят сейчас вызову. И лучника позову. О, даже как. Угу. Так, пошло, 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 пошло дело, ребята. Ну. Все на этом. Все, походу. Ну что, справились? Справились с магом. Все у нас хорошо, все замечательно. Ну что, друзья мои, я думаю, на сегодня, в принципе, достаточно. Конечно, не так уж много боев, но, как говорится, хорошего помаленьку, да? Тем более, я что хотел взять, то я и взял. 3650 барьерчик мы с тобой преодолели. Ждем теперь открытия сундучков. И, естественно, будем копить потом на следующий сундук. Пробуждение колоса начнется. Так, потом последний герой. Борьба за флаг. Одиночный рейд на босса. Награда. Ого. Тут титул вот этого. Вот этот мне нужен, ребята. Этого нету у меня. Вот этой карты нету. Ну да. Ну что? На этом, я думаю, будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!